Друзья, хочу вам показать статуэтку. Очень такой вот милый будет подарок на День Святого Валентина, который ежегодно у нас проходит, ну, наверное, на 8 марта, допустим. Ну, конечно, больше на День Святого Валентина, поскольку основным компонентом этого комплекса даже целого, наверное, статуэток есть вот такое вот сердечко, которое котики вместе будут держать. Котики сделаны в Индонезии, из бальзы, очень такое легкое дерево, податливое, любимое дерево многих мастеров для изготовления деревянных скульптур и скульптурок. Вот, ну вот такие вот котики. Могут стоять отдельно, могут стоять вместе. Спасибо.